В Ладейном поле завершают работу по запуску крытой хоккейной площадки на базе школы номер один. Этот спортивный комплекс возводится по заказу муниципального образования Ладейнопольский район. Напомним, что это строительство началось еще в конце 2012 года. Объект обещали сдать в конце прошлого года, но из-за большого объема работ подрядчики опаздывают. Свои комментарии для телеканала «Сверинфо» дал Сергей Черенков, заместитель руководителя отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ладейнопольского района. На данный момент ледовая арена «Форвард» готовится к сдаче. Проходят пусконаладочные работы. Вот в данный момент сейчас работают наладчики по блокмодульной котельной. Проведены все работы отделочные внутри здания. Значит, административный корпус, в принципе, готов, и хоккейный корт готов. Сейчас ждем краски для покрытия хоккейной площадки специальной краской, нанесение разметки. И далее будут проходить пусконаладочные работы по наморозке льда в ледовой арене. Если поставщики не подведут, соответственно, покраска ледовой арены займет порядка полторы недели. И наморозка льда тоже порядка полторы недели. То есть через три недели, в принципе, можно уже выходить на лед и кататься. Далее проверка всех систем холодильной установки на протяжении 2-3 недель на всевозможных режимах, вот как сейчас обкатывают котельную, вентиляционную. Вот. И далее планируем сдачу объекта в эксплуатацию. Объект работает 9 месяцев, 3 месяца проходит ревизия оборудования. Объект планируется как областная хоккейная школа. Вот вокруг находится жилой корпус, корпус столовой. Да, соответственно, все эти корпуса будут обновлены, и, соответственно, после этого будет работать как единое целое вместе со школой. Планируется не только тренировочный процесс проводить на площадке. На площадке будут и свободное катание в вечернее время для жителей города, и в выходные дни тоже будет выделено 2-3 часа для катания жителей нашего города.